Мэрилин Монро, Юл Бриннер, Грегори Пэк, Энтони Куин, а также Ли Страсберг со своими учениками, Робертом Де Ниро, Аль Пачино, Харви Кейтелем. Что между ними общего, кроме, конечно, таланта и популярности? Все они учились актерскому мастерству у великого русского актера Михаила Чехова. Или же по его системе. В некотором смысле вся американская актерская школа насквозь русская. Михаил Чехов. Русская легенда мирового театра. Возможно, самый великий русский актер прошлого века. Про таких людей говорят, что подобный им рождается раз в 100 лет. А может быть, вообще один раз за всю историю.